Я, Вася, залетаю на своем Бэтмен-мобиле. Давай, двигайся. Улетай. Это моя точка. Всем хай, hello, my name is Волков Демьян. Мое имя Волков Демьян. Что-то здесь не то. Это мой брат Степаша. Да, я работаю на огороде. Копаю огурцы. Я хз, огурцы в земле растут, да? Супер необычный формат, который мы никогда не снимали. Он называется... Я не знаю, как он называется. Все понятно? Что гуглят голосом дети? То есть, мы сейчас будем слушать разные смешные моменты, когда человек вот харит, да, печатает что-то в гугле. Поэтому они записывают в микрофон свой голос. И вопросы иногда бывают прям жутко смешные. Мы сейчас их послушаем вместе с вами. Я думаю, этот ролик будет прям дико смешной и нестандартный. Ты будешь смеяться. Мы нестандартные. Канал нестандартный. У меня так вот нестандартный. Ты будешь смеяться. Подписывайся в Инстаграм, маленький писюн. Первый аудиомесседж. А давайте мне жену найдем. Мне больше нравится, как кто-то харкнул на заднем плане. Мне жену найдем. И смешно даже не про жену, а как харкается кто-то. Как будто в него кто-то плюнул. Следующая аудиозапись называется «Покакули». Ну у меня покакули, срать хочу. Что, блин, должно происходить чего? Зачем говорить Google-то, что ты хочешь срать? Ну у меня покакули, срать хочу. What the fuck? Следующий аудиомесседж называется «Никому». Котет такой в слезах, как будто наплевали в глаза. Что делать, если я никому не нужен? Ну это грустно. Это про меня. Следующее называется кино. Включи, где у женщин толстые жопы. Такое кино. И где мужчины лижут их жопы. Такое кино. Такое кино. Такое кино. Слушай внимательно. Женщин толстые жопы. Такое кино. И где мужчины лижут их жопы. Такое кино. Такое кино. Такое кино. Ваши комментарии. Я смотрела такое кино, мне понравилось. Сейчас ты зачем это сказал? Не, ну в натуре зачем ты это сказал? Такое кино. Next audio message. Как стать демоном? В самом деле, как? Берешь такой, становишься демоном. Что должно быть с ребенком, если оно хочет стать демоном? Смотрим дальше. Ты не поверишь, но это пончик в Рязани. А, похож на жопу. Ладно. Где купить пончики классические в Рязани? Где купить пончики классические в Рязани? Следующий аудиомессед тут с Патриком. Когда ловишь морские звезды, сды, пизды. Я не понимаю, что там написано. Я не понимаю, что это за дичь. Знаменитые звезды, их голые девушки. Какие-то извращенцы, мать твою, одни, я не знаю. Тут дофига реально аудиозаписи, но они все какие-то пошлые, извращенские. И непонятно, чем наши люди вообще живут. Коленка болит. Скажите что-нибудь. Коленка болит. Скажите что-нибудь. Можно, да? Мне все нравится. Все подходит. Как прозвать прозвищами одноклассников и одноклассниц своими, например, чучела, например? А так смешно сказала, чучела, блин. Сейчас. Как прозвать прозвищами? Чучела. Как стереть память? Как стереть память? Вау! Я просто экстрасенс! Блин, я подумал, и он реально сказал один в один. Да. Окей, женатый. У мусульманин, если женатый мужчина, сверху жена еще женится, первая жена, что будет? Что делать должна? Это загадки для не средних умов. Что делать, если жена сверху, не будет жена, потом жена? Напиши в комментариях. Инженерная графика, все координаты, что обозначают и как по координатам чертить. Мы не знали, что там будет маты, что будет делать. Аудиозапись называется «Белый». Белый плен. Фильм смотреть онлайн бесплатно. Можно еще раз, плиз? Белый плен. Фильм смотреть онлайн бесплатно. Найдите мне, пожалуйста, большую жопу.
Раз, два, три, четыре. Покажите мне, найдите мне, пожалуйста, большую жопу. Блин, люди реально какие-то дурные на голову, потому что что должно происходить в твоей жизни, да, чтобы ты такой сидел? Покажите мне большую жопу. Называется аудиомесседж Пуки. Раз, два, три, четыре. Пуки-пуки целовались. Как называется песня? Мне кажется, пуки-пуки целовались. Но это не точно, это мои предположения. Вот здесь пуки-пуки. Пуки-пуки. Воскресить. У тебя скидки спросим. Как воскресить животное? Это немножко страшно, как воскресить животное. С этой девочкой тоже что-то явно не так. Да, давайте следующее лучше. Навоз, это про говно. Можно ли на огород ложить поросячий навоз? Слушаем дальше. Я ненавижу интернет. Что? Как ребенок может не любить интернет? What the fuck? А чё ты любишь? Наоборот, он нормальный, мы не походу. Стена в группе перестала грузиться, мы решили перейти просто в аудио. Слушаем. Ну? Как заставить мужа почистить зубы? Как заставить мужа почистить зубы? Там уже все запущено. Там все прискорбно. А, писать. Писать или писать? Я и то делаю. Что делать, если я хочу сильно писать? А дальше не разрешает. Ты черт. Ладно. Обидно. Землю. Когда в землю приносят кладбище, можно болеть? И как от этого избавиться совсем, если я ее выкинула? Что для этого надо делать? Мне сдается, чтобы она наклюкалась. Очень дофига. Хищник аудио называется. Хочу овцу. Есть фотка неизвестного хищника, который жрет овцы. Есть фотка неизвестный хищник, который жрет овцы. Слушаем аудиоповар. Спрашивает повар. Повар. Спрашивает повара, какова твоя профессия? Там еще кошка заорала в конце. Катя писистая. Спасибо за информацию. Следующий аудио называется таракан. Таракан, мы вас слушаем. Что делать, если твой друг таракан? Даже не знаю. Его надо отравить. Убить. Убить. Следующий аудио называется гей. Кто такой гей? I'm gay. У нас есть гей, это кока. Аудио называется брат. О! О, брат, братан, нас... братишка, сестра моя. Это наше аудио. Как сделать так, чтобы мой брат заткнулся? Это жиза. А есть ответ на этот вопрос, кстати? Я бы послушал. А, панда Фейса наблюдается на горизонте. Посмотри, какие овоны опасные. У них есть автоматы, вон не будут я стрелять. Я даже боюсь включать. Песня бай-бай, засыпай на калашников. Родись, страдай, умри и в рай. На-на-на. Песня. Заблудился трошки. Аудио, тут какой-то Майнкрафт и сладкий написано. Я желаю, чтобы наш мир был сладкий. Это аудио, и тут такое лицо этих овец, оно просто шикарно. Так, а пираты? Пираты Карибского моря. То-то-то-то. Когда ищешь песню? То-то-то-то. Когда не знаешь, что в песне, но помнишь мотив? То-то-то-то. Она пернула в конце, серьезно? Я влюбилась, я боюсь щекотки. Не-не, это похоже на микрофон. Мусульманские молитвы на торговлю. Что? Хочу молитвы на продажу квартиры. Где? Окей, Гугл, я ХДН. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам. Эй, принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам. Эй, принцесса, меньше стресса. Песня лошади. Эротика. Лошади. Эротика. Эротика. Лошади. Лошади. Боже, чем люди занимаются? Эротика же... и лошади. Мы прослушали столько ерунды, что мой мозг просто хочет отключиться хотя бы на минут 10. Очень продуктивный ролик. Вы явно не деградируете, когда его просмотрите. Ни в коем случае. Наша программа полезна.
Нет. Да, с вами был я, Демьян Волков. А я Степаша с огорода. Напишите обязательно в комментариях, какое голосовое вам понравилось больше всего. И вообще, понравилось ли вам? Если да, то ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Палец. Палец. Ты не сказал... Я сверю твой палец! Ты не сказал, какой палец вверх! Я буду стрелять!